Я тебя прикончу. Я тебя прикончу. Прости, что сначала я тебе не верил. Да, я убил Дартана. В общем, я рад, что все вновь идет своим чередом. Уж поверь. Прошло по моему плану, а? Да, твой план сработал. Мост снова свободен. Вот и славно! И раз уж ты показал, чего стоишь, то ты теперь в Деве завсегда желанный гость. Мне бы хотелось взглянуть. Привет. Дартан мертв, а мост открыт. Я уже слышала. Мог бы и оставить пару разбойников для меня. Чем собираешься заняться теперь? Закончу тут свои дела, а потом отправлюсь в Стюарк. Все лучше, чем протирать штаны в занюханной таверне. Чего тебе нужно? Ты уничтожил разбойников на мосту. Это просто замечательно. И что ты теперь собираешься делать? Дочитаю свою книгу, а потом схожу прогуляюсь. Куда? В ту ушу.
Ага, вот он! Ну ты мужик! Мужик, да? А как же малыш? Конечно, я б тебе помог, но я же не знал, что ты задумал. Да ладно, неважно. Самое-то главное, мост снова свободен. Раутер, куда ты теперь? Соберу свой нехитрый скарб и двину в сторону Долины Крови. Надо проведать оставшихся там соратников. Дартан мертв, а мост открыт. Да, я уже слышал. Но что хорошо для Мурдры, то плохо для нас. Рыбаки голодают. Прикажешь тебе спасибо сказать? Нет. Ну так чего тебе от меня надо? Привет. Боги, как я рада. А, это мелочи. Я очень рада, что Лорн больше не с этими разбойниками. Огромное тебе за это спасибо.
Стоять! Я тебя не знаю. Говори, откуда и зачем пришел. Я родом с Фишира. Хочу получить у барона разрешение на проход к Сильверлейку. Долго же тебе придется ждать. Это почему? Нет, у барона времени на всякие мелочи. Его родные брат Гертан и сестра Люван предали Стюарк и якшаются с проклятым королем Миртаны. С Робором? Выходит, город в опасности? Если мы не сумеем в скорости заковать предателей в кандалы, то как пить дать? Стюарк никогда не склонится перед миртанийцами. Слава или смерть? Отрадно слышать. Этот проклятый король разорил мой отчий дом. Слушай, может, я все-таки смогу попасть к барону на прием? Вдруг чем помогу? Ладно уж, странник. Ты можешь пройти в город. Но учти, мы не спустим с тебя глаз. А тут у вас в городе купцы-то есть? Как собак нерезанных. Большинство из них держат свои лавки на площади прямо за воротами. По именам я их всех не упомню. Просто смотри на вывески, что на домах висят. Да, еще один вопрос. Где мне найти таверну на утесе? Пройдешь через ворота и повернешь налево. Как мне повидаться с бароном? Иди себе дальше, странник. Иди, пока не завидишь Горна, капитана городской стражи. Кто-то прямо посреди дороги катил. Убирайся вон! Приветствую! Путник, добро пожаловать в таверну на утесе! Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Диего говорил, будто ты знаешь, где его искать. Диего? Он бывал здесь, но я давненько его не видел. В последний раз он даже оставил неоплаченный счет. А это на него совсем не похоже. Диего просто пропал? Да, был и пропал. Не удивлюсь, если виной тому давишний спор. Спор? Диего с кем-то поспорил? С Мермундом, личным советником барона. Вроде бы о какой-то пошлине. Где мне найти Мермунда? Разумеется, при дворе барона. Где мне искать барона? В цитадели, аккурат в центре города. Да? Желаешь познать таинство алхимии? Я могу открыть тебе секрет приготовления волшебных зелий. Это не повредит. Отлично. Баш на баш, ты мне, я тебе. Как мой подручный, ты первым делом должен уладить для меня одно дельце. Сущий пустяк. Надо было это предвидеть.
Какую работу ты хочешь мне поручить? Я отправил своего подмастерья Хема провести эксперимент. Он должен был вернуться давным-давно. Никчемный болван, никакого от него проку. Вот мне и приходится искать того, кто завершит начатое. Если твой подмастерье так плох, отчего ты не найдешь себе другого? Я оставил парнишку при себе, потому что за мной был должок его родителям. Но Хем совершенно безнадежен. Я схожу и узнаю, что приключилось с Хемом. Отлично. И если найдешь его живым, дай ему от меня похари. Непременно. Где мне его искать? Я отправил этого идиота на восток, на ферму Актара. Мне бы хотелось... Мне бы хотелось... Добро пожаловать! Добро пожаловать!